Каждый фестиваль отличается от предыдущего. Фестиваль растет. Это юбилейный, 10-й. Поэтому мне кажется, что с каждым годом афиша театральная становится все разнообразнее, все неожиданнее. Надо сказать, что очень много было неожиданностей в этом фестивале. То есть театры, которые многие вообще и не знали, как бы раньше все-таки приезжали впервые. Да, мы были на всех. Практически на всех. Мы приехали сюда 29 числа и были на всех спектаклях. Расскажите, что именно понравилось? Что... Понравился «Гитис». Они были шикарные. Спектакль «Мещане». Мне понравилось очень два спектакля. Это первый на открытие, который был «Человек с большими крыльями», и «Плывет корабль» из города Орла. Ну, вы знаете, желание у актера, мне кажется, всегда одно, где бы он ни находился, в какой бы город ни приехал, где бы ни играл, на родной сцене или на фестивале, на гастролях, это сыграть хорошо, честно и достойно. Зрители в Тамбове очень выросли, надо сказать, потому что я 9 лет приезжаю сюда и буду в качестве председателя жюри, и вижу, как меняется тамбовский зритель, и, кстати говоря, благодаря организации молодежного театра. Ну, одним словом, такой замечательный 10-й юбилейный фестиваль трудно назвать, но он состоялся, и он имеет огромное значение и для города, и для зрителей, и для театральных деятелей. Вообще, мне кажется, что Тамбов становится одной из театральных столиц России. И дай бог, чтобы это продолжалось дальше.